Ты не разложился, ты не стал червями. Славься, Сирис, ты не разложился, ты не стал червями. Славься. Здравствуй, чистейший. Да пребудет с тобой радость, Меджай. Радости мало, пока воздух Мемфиса наполнен трупной вонью. Я пришел обсудить найденную мной жалобу по Ширинптаха. Да. Нам нужен доброволец, чтобы осмотреть гробницу. Похоже, все боятся чудищ, что обитают внутри. А почему ты сам не пойдешь? Они испугаются жреца. Я сосуд богов, не воин. Могу помочь лишь молитвами. Тогда я сражусь с ними. Пусть твоя вера защитит меня. Ха. Да хранит тебя Птах. Ты не истлел, ты не сгни. Ты не увял, ты не истлел, ты не сгнил. Вот гробница Осириса, недвижимая, как сам он, недвижимая, как сам он, и члены его недвижимые, как он сам. Ну и вонь. Я как будто в пасти пожирателя. Здесь не войти. Должен быть другой способ попасть. Разложился, ты не стал червями. Еще нет. Что? Никого. Я едва могу дышать. Источник миазмов где-то совсем близко. Усопший.
Прости, что нарушил твой покой. Позволь мне пройти здесь. Эти мумии целы. Вонь идет не от них. Это заглушает запах. Совсем недавно здесь кто-то был. Кто-то, кто не боится чудищ. Что это за отвратительная жижа? Нужно найти ее источник. Они гниют. Это преступление против мертвых. Вот. Плоть разлагается. Но все бинты на месте. Бинты не повреждены. Значит, виноват бальзамировщик. Об этом никто не знает, ведь все боятся чудищ. Надо наведаться в храм мумификации. О, свежий воздух. Вот настоящая благодать. Охранять храмы когда-то было священной обязанностью меджаев. Теперь их больше нет. Мир тебе. Пусть Осирис хранит твоих близких. Мне не нужны твои услуги. Я должен осмотреть храм. Но ты не жрец. И кто позволил тебе здесь разгуливать?
верховный жрец. Если хочешь, можешь проверить. Ах, да. Бедный Пашринтах. Над нами нависло проклятие. С тех пор от нас сбежало два бальзамировщика, а заменить их можно только неумелыми работягами. Это просто беда. Вот бы выгнать их поскорее. Вот бы с ними встретиться. Мой проводник, а тот узри владыку потока. Мир тебе. Я хотел... Плечо его прочно крепится к шее. Можно тебя... Твое лицо словно морда собаки, чьи ноздри чуют тайну, которой мои ноги ведут меня. Это немного обидно. Мне всегда было сложно со жрецами. Анубис мой проводник, а тот, кто даст мне упад... Это сюда доставляют тела? Да. Это врата Ибу. Место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают слезами, что пролили боги над мертвым Осирисом. Или просто водой. Кто знает? Нет, так рано мумию испортить невозможно. Этот человек ни при чем. Ну что, унял любопытство? Еще нет. Поспеши. Ты мешаешь нам и тревожишь мертвых. Что ты здесь? Да, знаю. Хочешь узнать, что я делаю? Омываю тела усопших. Тружусь. Вот уже 10 лет. Говорить особенно не о чем. Он чем-то похож на меня. Но смотреть не запрещает. Ну, мясниу джедианх? Да. Чем ты работаешь? Это соль? Не соль. Натрит. Он вытягивает влагу, а еще он ужасно жжется. Все руки в ожогах. Хотя сейчас стало лучше. Может быть, натрит изменился? Текстура стала более рассыпчатой. Наверное, это все новый поставщик. Человек на заднем дворе сможет рассказать больше. Если тела сушат с помощью натрита, значит, с натритом что-то не так. Надо поговорить с рабочим во дворе. Не хотел бы я оказаться твоим врагом. У меня нет врагов. И секретов тоже нет. Вот так мы вытащим мозг. Он бесполезен. Теперь делаем разрез и вынимаем печень, желудок, легкие кишки. Они начинают разлагаться первыми. Как интересно. Внутренние органы тоже выбрасывают? О, боги, нет. Мы помещаем их в сосуды. Под охрану сына Гора. Сердце хранится отдельно, чтобы Маат могла взвесить его на весах истины. А тебе это нравится? С мертвецами удобно. Они не жалуются, а их взглядов легко избегать. Сюда редко заглядывают. Заходи в любое время. Ну, мясниу джерианх. Чехти мясниу джерианх. Хайк тесэшен гэрэ. Бэдэдук аалит хайет. Бак энис сэджерьет.
Ар, суча! Ну, мы с ней уджирян. Теп аут. И мне пух. Эти тела сушили на Тритом? Хм. Ты еще кто? Я проверяю храм. А, ты не торопился. В Мемфисе уже давно стоит трупная вонь. Думаю, все дело в Натрите. Откуда он? Это рядом. У канала там стоят стражи. Но берегись крокодилов. И ящериц. Ты сказал ящерица? А ты что-то знаешь? Ну, об этом шепчутся в тавернах. Просто слухи. Если тебе больше нечего сказать, я пойду отсюда. Стой! Послушай меня. Этот натрит испорчен. Смешан с песком. Иди на склад. Это к северу от храма. Боги с тобой. Значит, мумии разлагаются из-за натрита. Что ж, посмотрим, что хранится на этом складе. Бабура, мир тебе. Как ты, Небет? Неплохо. Дети не болеют. А ты? Хорошо. Разойдись! Лучше не привлекать внимания. Вот и склад. Буду осторожнее. Лишь виновный жаждет очернить невинного. Пощади меня! А? Соль дешево. Дело не в кошельке, так? Деньгами ничего не исправить.
Во всем виноват жрец в синем шарфе. Вот что он сделал. И угрожал сделать то же с моей дочерью. Я навлек беду на город, чтобы защитить ее. Клянусь, прошу. Помоги, и я все сделаю. Вот. Все, свитки, возьми. Я отправлю его к пожирателю. Это печать Анубиса. Жрец в ответе за песок в Натрите. Здесь пишут о пещере разбойников. Я разворошу это гадючее гнездо раз и навсегда. Песок. Его добавили в Натрит. Мертвые Мемфиса покоятся с миром.
Умри! Вор! Вор!
Неджай, лови этого негодяя! Ну же! Все бедняки думают, что мы будем так... Шем эне нису! Анетем! Остановись! А не то будет только хуже! Неджай, ты слишком медлителен! Не понимаю, как мальчишка так быстро бегает? Это безумно! Давай, Неджай, бей их! Вот так вот! Дай ему по зубам! Вот так вот! Давай, Неджай! Здорово! Я знал, что ты справишься! Ты привел меня, чтобы я расправился с ними? Конечно! Я невероятно умный. Мне все так говорят. Если ты и вправду такой умный, то почему водишься с бандитами? Я с ними не вожусь. Просто злая старуха заперла моих друзей. Она велит нам воровать. Заперла? Да. Сестра хотела спасти нас. Сказала, чтобы мы пришли к верфи у реки. А сама не пришла. Ты найдешь ее? А я дам тебе яблоко. Не надо платить мне за помощь. Это бесплатно. Как зовут сестру? Кавит, а меня Ифри. Если найдешь Кавит, скажи, что я зол на нее. Бедедук, а не хает. Хиреп, сеттиеу. Сеттине, я сеттерпею. Не скоро он уйдет в план. Мачта сгоревшего корабля. Яркий парус. Интересно. Это торговец. Детей держали в клетке. Это торговец. Он мог видеть ковид. Сгоревший корабль, похоже, чинили. Масляные пятна. Отойди подальше, пока кости целы. Спокойно. Ты видел вчера на верфи маленькую девочку? Я видел много девочек. Честно говоря, смотреть не на что. Вниманием тебя явно не балуют. Сейчас ты только что утроил цену моего ответа. Я скорее брошу свой кошель в реку. Thank you.
Инерсет! Лучше отойди, пока ничего не разбил. Надо найти способ его разговорить. Именем Осириса! Ты чудовище! Так ты видел девочку? Да, я видел ее. Она украла мой самый большой горшок с маслом. Она растворилась, как бесплотный дух. Пока меня не было, все мои горшки разбили. Скорее бы вы все утонули в Ниле. Кажется, я понял, что произошло. Гавит украла у торговца горшок с маслом, а потом спряталась. Позже, под покровом ночи, она разлила масло и все подожгла. И пламя охватило корабль. Во время пожара Гавит смогла освободить детей в порту, но разбойники ее схватили. Похищениями детей занимался хозяин корабля. Надо поговорить с девочкой. Она прячется. А вот и яркий парус. Стража держит ухо востро. Меня прислал твой брат. Где Гавит? Ее и всех остальных забрали в дом в городе. Его хозяйка богачка Гая. Этот дом у храма Хатор. Ты спасешь мою семью? Клянусь богами, спасу. Что?
ключа! Эчары хаты. Гехно и асны. Бедедук, а не хает. Ник эни сэджерьет. Ну, мэс нио джерианх. Я мит по атум. Сэм пиши. Стражник носит с собой ключ. Интересно, от чего он? Ключ у меня. Открывай! Чудесно. Ты от Нефа? Нет, я от Ифри. И где он? О чем ты? Я все время шел за тобой. Уведи Матию. Ну? Ну, а ты чего стоишь? Я найду эту римскую тварь, что обидела мою семью. Захочешь помочь мне? Буду ждать у дома Нефа. Thank you.
Праздничный хлеб, свежий праздничный хлеб. Здравствуй, друг. Хлеба для любимой? Нет, спасибо. Что за проклятие ты бубнишь? Маг, что мне его продал, сказал, что слова надо читать 200 раз в день. Во сне я читать не могу, читаю на работе. Хотя без дегустатора работать стало тяжело. А что с ним случилось? Проклятые власти забрали за неуплату налогов на специи, а у меня корица кончилась. Думаю, маг тебе не поможет. Даже бедной булочнице досталось от власти. Помощь ей тоже борьба с Птолемеем. Пусть хоть так. Ее хлеб пахнет вкусно. Взгляни на этого мерзавца и задумайся, если вы не будете платить. Ты дегустатор? Булочница Тета просила спасти тебя. Прекрасная Тета. Как хорошо, что я смогу увидеть ее перед смертью. Я окончательно обессилел от голода и любви. Ты ведь отнесешь меня к Тете? Конечно. Ты можешь идти? Я настолько ослаб, что даже стоять не могу. Правда? Лишь Тета. Она
Она знает, что ты чувствуешь к ней? Я все никак не могу набраться смелости, чтобы наконец открыться ей. Да, я ведь стал преступником. Да, я знаю. Ты не платил налоги. Налоги тут совсем ни при чем. Я все тебе расскажу, когда мы наконец доберемся. Да. Милая Тета, ее лицо красиво, как солнце. Тета, милая, скоро мы будем вместе. Скорей, еще чуть-чуть, и я снова увижу мою любимую. Он тяжелый. Видно, усердно работает. Это... Ты вернул мне дегустатора. Он хочет тебе кое-что сказать. Ну? Тета, я люблю тебя. Что? А еще кто-то хочет отравить госпожу Таимхотеп, супругу Пашеринптаха. Что? Что? Госпожа Таимхотеп любит наш хлеб. Мы уже 5 лет печем его для великого храма. И вот вчера я случайно услышал, как один из стражей сказал, что эта поставка была отравлена. Ее уже доставили? Я не знаю. Если нет, то она в лагере. Мне надо торопиться. Это все так неожиданно. Может, хочешь присесть? Нет, нужно подумать. Место хорошо охраняется. Корзина с пирогами. Я не опоздал. Больше они никого не смогут отравить. Что?
Надо быть начеку. Эй! Саня! Вот ты где! Еще одна корзина. Ее тоже надо уничтожить. Поищу, может, здесь есть еще корзина. Это была последняя. Таймхотеп спасена. Oh.